50-х годов, Америке жил один невероятно талантливый танцор. Несмотря на то, что в танце ему не было равных, юноше никак не удавалось найти музыкальное направление, подходящее его движению. Он долго странствовал, переезжая из города в город, примеряя на себя разные стили. Однажды наш герой попал на настоящий бал, поэтому первым стилем, который для себя примерил, был вальс. Вальс – бальный танец 18 века, который был очень популярен по всей Европе. Но нашему герою не понравился вальс, однако он не огорчался и отправился дальше. Следующими он встретил уличных танцоров, они показали ему хип-хоп. Хип-хоп – танцевальный стиль, который совмещает в себе много других. В то время он только набирал свою популярность и поэтому выглядел очень перспективно. Ламбада, по воле случая, именно с этим направлением наш герой столкнулся далее. Но, как и в прошлом стиле, талантливым танцором, он оказался не по душе. Тогда наш герой решил создать собственный лейбл, так родился стиль диско. Диско – это жанр танцевальной музыки, возникший в Америке, объединяющий в себе очень много разных стилей. Танцору очень понравилось совмещать свои движения в много разных направлений, поэтому он остановился именно на диско.